Последний вражеский город повержен. Мы победили! Ну и все, в принципе, можно на Мизикеш спокойно идти. В дюнах замечены враги.
Последний вражеский город повержен. Мы победили! Теперь у нас второй ключ к Мизикешу будет лавовые ворота, озера. Эта земля охвачена пламенем. Ари говорит, что ее опекает страж огня Даманур, которая не потерпит пришельцев, чем бы они ни пожаловали. Несмотря на такое отсутствие радушия, здесь мы можем найти один из ключей. Силой или словами, но мы должны убедить Даманур позволить нам пройти. Ари говорит, здесь живет Даманур. Но похоже, здесь поселились темные алины. Надо освободить Даманур, пока эти чудовища ее не увели. Мы не можем допустить, чтобы темные алины ушли и увели с собой Даманур.
Огненная цитадель позволяет контролировать всю эту территорию. Чтобы получить огненный ключ, нужно взять цитадель. Но сначала надо найти способ пройти мимо этого огненного голема.
Эй, ты! Если собираешься предъявлять претензии, то поздно! Мы пришли первыми! Так, что-то тут изыскатели. У некоторых изыскателей Винчи здесь есть рудник, но они подвергаются постоянным нападениям рух. Если мы сможем отбить их факторию, изыскатели обещали к нам присоединиться. А помедленнее ты никак не мог. Сколько времени потеряли из-за этих рухов. Ладно, на, держи, Тимоний. Это тебе за труды, и ступай своей дорогой. Так, скряги, объявить войну изыскателю. Изыскатели Винчи выбрали неудачное время, чтобы перейти мне дорогу. Пора научить их манерам. Эй, ты что делаешь?
Мы освободили Даманур. Теперь огненный ключ наш. Скоро алинский народ освободится от этого кошмарного темного стекла. Новости о наших успехах вселяют надежду в души людей, сопротивляющихся тьме. За время этого пути силы нашей армии и магии становятся все больше. Мизик лишь.